Дженов. Опять же, Никаноров выдвигается, выставляет ногу, заставляя принимать быстрее решение. И Спартак забивает. Капон. Новиков. Опять сработала эта сумасшедшая связка Спартака и фантастика. 6-6. Капон кладет мяч точно в цель. Олег Капон. 6-6 за минуту 34. Здесь небольшое повреждение получает Капон. И Кошарный смотрит, не понимая, что же происходит. Через себя бисиклету кладет пятый.